кино – это не только искусство. Великие писатели начинали с кожаного переплета и громкого заглавия. Эмоции. Я возьму весь этот негатив и использую его в качестве топлива, чтобы найти луч надежды. И это не ерунда. Чувства. Здравствуй, жена. Здравствуй, муж. Фильмы, которые хочется смотреть снова и снова. Да это же обалдеть! «Иллюзион плюс».